наконец, построен мой дом. Самый настоящий дом, большой и светлый. Три комнаты, кухня, веранда. Вы спросите меня, зачем мне одной три комнаты? Я и сама не знаю. Я одна живу в этом чудесном доме. Вы спросите, не скучно ли мне? Нет, Белка, погромче. Когда человек радуется всему на свете, ему не может быть скучно. А я радуюсь всему-всему. Дождь пойдет, я рада. Снегом засыплю двор, я с радостью буду чистить дорожки. А такая чудесная яблоня стоит у меня во дворе. Я в яблоках. Я так рада. Моя мама, госпожа Нежность, рассказывала мне, что я родилась с улыбкой на губах. Поэтому она назвала меня радостью. Я до сих пор помню колыбельную, которую пела мне мамочка. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, пчелки затихли в саду, рыбки уснули в пруду. Месяц на небе блестит, месяц в окошко глядит, глазки скорее сомкни. Крыша вот-вот рухнет. Странно, как я его раньше не видела.
ваш дом? Ну, рассказывайте. Мастера приходили, сказали, что ломать нужно. Завидую вам. Все-то у вас красиво, все-то у вас здорово. А какие занавесочки чудненькие, а вазочки, а статуэточки. Завидую вам, завидую. Что вы, госпожа Розалия, зачем же так расстраиваться? Выберите себе любую вазочку или статуэтку, и вам с радостью ее подарю. С радостью, завидую вам, завидую. Выпейте водички, милая соседка. Что мне делать? Не сегодня-завтра дом мой рухнет. Ой, погибель пришла на мою голову. Да что вы! Есть у меня для вас чудесная комната. Живите сколько понадобится. Пойдемте, я вас провожу. Полежите, отдохните. Нельзя же так переживать. Не получилось. Ну да ладно, вдвоем как-то веселее. Какой красивый дом, а окна какие огромные. Там, наверное, не 3 комнаты, а 33. Завидую. Странно, почему именно сегодня? Я ведь сама первый день здесь. Примиленько. А впрочем, вполне обычное лицо. Я бы даже сказал, немного простоватое. Как вас величать? Госпожа Радость. Имечко-то у вас так себе, серенькое. А вот дом ничего. А впрочем, именно, ничего особенного из себя не представляете. Но ты миленько. Простите, но я вас не знаю. Вы кто? Вы меня не знаете? Да меня знают практически все. Вот иду я вчера по улице. Бабка старая споткнулась, упала, и сумки все вывалилось. Я смотрел, как она встает, и до того мне смешно стало, вы себе не представляете. Она ко мне свои ручонки тянет, кряхтит, и сумки все вывалилось, а я... А вы и так стояли и смотрели, вы ей не помогли? А зачем? Зачем я вас спрашиваю? Посмеялся и пошел дальше, да и не обязан я всяким бабкам помогать. Ну нельзя же быть таким равнодушным. Вот и познакомились. Я господин равнодушный. Живу с вами на одной улице. Так, этот красивый дом ваш? Не мой. Да и плевать мне, что не мой. Мой вон тот серенький. В один этаж. Вижу, серенький. А вчера его не было, мне кажется. Был. Вы просто не заметили. Не нравится? Плевать мне, что он вам не нравится. Мне вообще на все плевать. А зачем вы здесь? Что привело-то вас сюда, господин равнодушие? Да я и сам не знаю. Шел мимо, гляжу свет в окошке, да и думаю, зайду. А вдруг вы мне понравитесь? А вы и правда ничего, примиленькая. Чайку не нальете? Ну вообще-то... Да я и сам могу. Вру я все. Я очень одинок. Мне вдруг так захотелось тепла и прямо потянуло меня сюда. А у вас столько места и так тепло. Я не одна. У меня уже живет госпожа Зарис. Ну и зачем она вам эти хитрые бестия? Она не хитрая. Она несчастная. У меня дом почти разрушен. Ей негде жить. Вот и славненько. А в какой вы комнате поселилась? В этой. А я буду жить в этой. Подождите, я не готова. Не надо туда входить. Я же вас не приглашала. Какой красивый дом. Примиленький. Плевать, у меня лучше. Ну что же это такое? Я вас спрашиваю, что я для них дом строила? Живут же некоторые люди сами по себе, никто их не беспокоит. А эти пришли, и все. Вот вам не кажется, что здесь стало как-то неуютно?
плевать. Сойдет и так. Кто видит? Никто. Никому до меня дела нет. И мне ни до кого нет дела. Кто там еще? Кому нелегкая принесла на ночь, глядя? Вы здесь одна? Закройте двери, занавесьте окна, выключите свет. А, вот он. А то здесь беспокойно. Решеток на окнах нет. И замок всего один. Разве можно быть безопасным за такой крепкодерью? Вы кто? Вы пришли меня грабить? Не обращайте внимания. Мой муж всего боится. Вы не поверите, но мы таки живем. Он боится, что кто-то заглянет в наши окна. Боится любить, боится ненавидеть. Да и тетушка его не лучше. Скажу вам по секрету, я их ненавижу. А зачем же вы с ними живете, если ненавидите? Я ненавижу одиночество, толпу. Я ненавижу свет, я ненавижу тьму. Я ненавижу ненавидеть. Я, кажется, догадываюсь, кто вы. Вы ненависть? Я бы попросила вас обращаться ко мне, госпожа ненависть. Кто включил свет? Выключите свет! Ненавижу догадливых! У вас есть одеяло? Большое! Ненавижу маленькое! Ну как? Дитя нормально! Если кто-то будет меня спрашивать, никому не говори, что я здесь! Не уверена, что это поможет. В наше беспокойное время нельзя чувствовать себя в безопасности. Я, кажется, догадываюсь, кто они. Он господин Страх, а это тетушка. Ненавижу догадливых, давайте знакомиться. Скажите, а это не ваш дом из моего окна виден? Вон тот, большой и красивый. Не наш, мы бездомные. Только где-нибудь снимем жилье приличных людей. Так фактически приходится съезжать. Интересно, почему? Все просто. Мои родственники всего боятся. Я их ненавижу. А вы такая замечательная женщина. Не поедите нас ненадолго. Мы как только подышим себе, так души и съедем. Дорогая, ты уверена, что это дом подходящее место для нас? А я только в том случае, если это раскрою. Дверь закрытым замком. Вот еще. К тому же вы не можете здесь остаться. У меня уже нет глазница. Зависть и равнодушие. А лайковат мне не хватает. Примиленькая компания. Ненавижу равнодушных людей. А вы не можете нас за пойму, что своих бездомных? Должно быть хоть у вас какое-то сочувствие. Сочувствие ко мне не заходило. Да и плевать мне на ваши проблемы. У меня одна свободная комната осталась. Давайте, уметайтесь отсюда. Ненавижу равнодушных людей. Но вы же не такая же. Я же чувствую. У вас есть что-то теплое, домашнее. Как вас зовут? Меня зовут, мое имя, я забыла, о боже, я забыла, как меня зовут. Давайте, я буду перечислять имена, а вы попытаетесь вспомнить. Болтливость, нет, грубость, вредность, злость, да ну вас, ненавижу забывчивую, а в общем мы остаемся. Дорогой, мы остаемся. Боюсь, а вдруг эти постояльцы совсем не дело, какой я устаю. И мне тоже беспокойно. Мы совсем не знаем этих людей. В наше беспокойное время нельзя никому доверять. Ненавижу черный цвет. Я боюсь.
Боюсь их. Откуда они? За что? В чем я провинилась? Перед кем? Я даже имя свое забыла. Может, я подозрительность? Нет, точно нет. Страшно-то как? Я человек без имени. Мамочка, что за шорох? Как страшно! Я построил дом свой белый под покровом облаков. И напористо, и смело сам себе, и царь, и бог. Налетел восточный ветер, и песок забил глаза. Страх и ненависть, и беды в дверь мою постучались. Я открою равнодушно и пущу их на порог. Для тебя я самый лучший, конечно, Бог. Но отчаяние приблизит разрушение мое. Где же ты, мой праздник жизни, где мой дом? Равнодушно улыбаясь, место за моим столом, страх заел, не скрываясь, где же ты, мой дом? Thank you.
Опа,
командир. Кто это у нас в гостях? Ненавижу гостей непрошенных. Ты кто такой будешь, гость непрошенный? Путник я странствующий. Я чувствовал страшно, мне страшно, мне. Убирайся отсюда! А ты, милый человек, бойся того, кто тебя боится. А я ж тебя не боюсь. И ты успокойся. Зачем в дом пустила постороннего? Ты кто такая? Ты здесь никто, и звать тебя никак. Простите, дверь не прикрыла, он и вышел. Выгонять не пробовала? А только на рыжках! Ну и точно, смотрите, как он Аки! Такая же нищета, как и ты! Люди добрые, разрешите переночевать! Устал я что-то долго путешествовать. Хватит нас тут умораться мучить. Убирайся, и чтоб духу твоего тут не было. Да, ведь на сегодня мой день заканчивается здесь. У вас я останусь. Тащите его к двери. Ненавижу всех, тащите его. Не со злом! Что же вы так-то? Уходите, пока они не очухались. Вы же видите, злость наполнила их сердца. Не могу я вас бросить, хозяйка, в беде. Уходите, этот ход запасной знаю. Ой, откуда же я его знаю? Никак память моя возвращается. Равнодушие уходит, вместо сострадания уступает. Не могу я вас бросить, хозяйка, пока сердце ваше не исцелится полностью. Что со мной? Что со мной? Что стоишь? Помоги мне немедленно! А мне все равно, можешь ты встать или не можешь. Лежит на себе. Вот это по-нашему. Лишь силушки мне придала. Что с тобой? Выпей водички. Ему воды дай. А как же я ему воды дам? Мне на него плевать, а на тебя нет. Беда, дай ему воды. Да, беда. Беда, если мы одним помогаем, сразу, то другим нет. Ой, что-то очень знакомое. Как ты сказал, с радостью? А что такое радость? Дай ему воды от души. Пожелай ему здоровья и почувствуешь радость. А что ты делаешь? Убери свою воду, я сейчас умру. А где же он? Я же с радостью ему воду подала. Мне кажется, я слышу голос мамы. Мама, моя мама. Моя мама нежность. Я вспомнила свою маму. Ненавижу всех, ненавижу. Что стоишь, как истукан? Помоги. Не помогу. Не помогу. Ты меня ненавидишь. Я же ненавижу тебя еще больше. Ты куда? Ты выходить от него оставить. Меня. А зачем мне нужны неходящие? Ненавижу вас всех! Заходи сюда, из своего сердца. Посмотри на них. Они даже свои тени боятся. Убери ненависть из души. Ненависть не приносит людям ничего, кроме ненависти. Посели сюда любовь и сочувствие. Но если не ненавидишь, это еще не значит, что любишь. Это единственный путь. Осторожно! Я не боюсь вас больше. Вы не причините мне зла. Я не ненавижу вас, но мне очень вас жаль. Мне так жаль вас. Я вспомнила эту картину. Мне мама, а ей бабушка, а бабушке прабабушка Вера.
я вспомнила! А где все? Ушли, что ли? Что вы с ними сделали? Я знаю, вы убили их, вы оба убийцы! Завидую! Послушайте, я хочу вам рассказать историю. Не нужна мне твоя история! Вон убирайся из моего дома! Ну, вы все-таки послушайте. Купила себе хозяйка новый красивый дом. А возле дома росла чудесная яблоня. И она была вся в яблоках. Прямо как у меня. Почему я это сказала? Почему у меня? А рядом, в старом доме, жила завистливая соседка, которая постоянно пыталась испортить настроение хозяйки прекрасного дома. Однажды вышла хозяйка, споткнулась грязное мусорное ведро, наполненное мусором и камнями. Мусор рассыпался, хозяйка упала. Встала женщина, оглянулась вокруг. Из окна соседского дома смотрит на нее соседка и радуется. Взяла хозяйка ведро, отмыла его до блеска и наполнила его чудесными яблоками и поставила его около соседского дома. Это ты что, на меня намекаешь? Это ты про меня тут сказки рассказываешь? Да, это у меня старый покосившийся дом. Да, это я вчера принесла ведро мусора. Зависть — прекрасное чувство. Я вспомнила. Что ты вспомнила, дурочка? Я вспомнила, кто я. Я вспомнила свое имя. Я вспомнила все. Подождите меня. А ты вообще кто такой? Ты по какому праву тут гадостями занимаешься? Я уже сказал. Путник я странствующий. Работа у меня такая. Что это еще за работа? А вот такая работа. Людям дорогу показать, память отсмешать, смысл жизни найти. И что это за смысл такой? Понимаешь, каждый человек должен построить в своей жизни дом, своего сердца, где-нибудь ненависти, зависти, страха, предательства. Когда он построит такой дом и поселит туда любовь, доброту, моя работа будет сделана, я исчезну. Непонятные ты слова говоришь, путник. Сейчас поймешь. Надежду и говорю.
живи, живи, любовь в сердце моем. Живи, любовь в моей душе. Живи, любовь в доме моем. Живи, любовь во мне. И через года поможет вновь только любовь, только любовь. И через года поможет вновь только любовь, только любовь. Живи, любовь, в сердце моем. Живи, любовь, в моей душе. Живи, любовь, в доме моем. Живи, любовь, во мне. Живи, любовь, в доме моем. Живи, любовь, в моей душе. Живи, любовь, доме моем. Живи, любовь во мне. И пусть эта любовь живет в каждом из нас. Снова.